Привет, меня зовут Дмитрий. Практически все используют смартфон в машине как навигатор. У большинства он заряжается во время работы. У кого-то он висит на присоске на лобовом стекле, а кто-то вешает его на дефлектор воздуховода. К сожалению, летом и в солнечную погоду такое использование практически равно смерти аккумулятора, так как во время работы смартфон перегревается, а высокие температуры очень вредны для батареи. Я хочу рассказать вам о том, как вы можете уберечь ваш смартфон от перегрева и продлить жизнь аккумулятору. Не вешайте смартфон на лобовое стекло. Там на него падают прямые солнечные лучи, и он никак не охлаждается. Повесьте его на воздуховод и включите кондиционер, чтобы поток воздуха немного охлаждал устройство. В поездке не пользуйтесь чехлами, так как смартфон более эффективно сможет отводить тепло от корпуса. Используйте маломощные зарядки в автомобиле или воздержитесь от зарядки телефона во время движения с навигатором летом. Используйте кондиционер в салоне, чтобы температура окружающего воздуха была не выше 20 градусов. Если в автомобиле есть система CarPlay, обязательно используйте ее. Не пользуйтесь летом беспроводными зарядными устройствами без активной системы охлаждения, так как во время такой зарядки телефон дополнительно нагревается сзади и не может охладиться из-за зарядных катушек. Не забывайте, что аккумулятор в любых смартфонах – это расходный материал. Ресурс батареи на современных айфонах может быть израсходован в зависимости от условий использования и циклов заряда-разряда в течение полутора-двух лет.